Всем привет! Мы сейчас с Борей собираемся пойти. Он погуляет. Там у нас площадка новую построили. Он там уже был. Но у нас сейчас очень плохая погода. Такой моросит дождь. Ну, очень большая влажность. Очень высокая. Но мы сейчас... Боря пошел за игрушками. Борь, бери там ведерко, лопатку и это. Там просто песочница есть. Он очень любит песочницей играться. Взяла дождевик. Вот зонтик. Вот. Паша нам плюс дал рогальки сегодня приготовил. Такое это он любит готовить. Ой, и одну лопатку. Ну, сейчас я ему помогу собраться, и мы тогда пойдем. Мы возьмем лопатку. Да, собрал в Боре пасочки там. Что-то это. Маленькое ведерко, большое ведерко. Да, сейчас пойдем на площадку. Вот, видите, у нас лужи. Прогнозом погоды у нас до вторника, получается, будет... Борь, сюда. Будет вот такая погода. Что такое? Мне казал руку. Сейчас дам ему руку и продолжим. Мне руку. Вот, получается, такая погода будет еще, ну, несколько дней, в принципе, стоять. Ну, сейчас, получается, уже скоро это... Ну, холодать уже реально начало, уже тепло одеваться. Ой... Парни, братья остальные не хотят на улицу, ну типа я вообще, это, мне все равно какая погода, мне главное погулять, вот, в принципе. Да, Боря? Угу. Видите, он собрал. Да. Пасочки, да? Угу. Поэтому идем, топаем до площадки. Боря сейчас это, гигантская лужа, да, такая, для него. Помнишь, ты это чувство? Когда ходишь, лужа такой, ура, я в море. Давай. Ой, а если лужа глубокая попадалась, то ты такой, я тону. Говорит, снимай меня, давай. Это рогальки немного, кушаем. Давай, опа, молодец. Идем, давай. Ой. Вылазь. Ой, что это кораблик? Да, давай. Все, Боря, тут будет играться. Да, Боря? Дождь моросит. Прохладно, но сейчас начнем бегать. Ага. Ну, тут, в принципе, дети есть, поэтому я буду своими делами заниматься. Боря тут своими делами будет заниматься. Тут кулички, что тут он это, пасочки будет это, делать. Вот. Ты куда песок взял, братан мой? Там. Ты оттуда песок взял? Домой себе понес? В свою песочницу, да? Да. Что ты там, да, делаешь? Что ты тут? Ну давай, домашние кулинарии, давай. Что ты тут? Что мы сегодня будем с вами готовить? Нет. Домашнюю черепашку, да? Нет. Копаешь, ну молодец. Ну копай себе, копай. Он пойдет себе домой песочницу новую делать. Да. Все, весь песок себе отсюда унесет себе дома. Переносим, да, такие, переносим. В общем, мы идем домой, потому что... Ну, сейчас мокро все, то есть, кроме, вот, песочницы, получается, Боря там поиграл, и все. Получается, мы сейчас идем с ним домой. Боречка, нет, не через лес, идем. По дороге, зайка. Пойдем. Да, идем. Давай, вон там уже дом. Пойдем. Ой, аккуратненько, давай. Вот, в общем, там все мокро. То есть, горка, все это мокрое. Ну, как это так получается? Ну, я вот, видите, на него уже дождевичок надела, потому что, ну, дождик такой моросит прям всегда. Даже сейчас. То есть, ну, все, в принципе, мы идем. В общем-то, все. Боря у нас упал, да? Упал, ой, монитор грязный. Упал, да? Да.
Ну, сейчас мы тебя будем умывать, вытирать. И тогда уже будем заканчивать на этом видео. Мы классно погуляли, да, с тобой? Пока! Да, пока! Пока!